рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения ДТП и снижение тяжести их последствий, ведется работа по профилактике с участием пешеходов. В целях снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, сотрудниками ГИБДД в Самаре был проведен профилактический рейд «Пешеходный переход». В зону контроля попали не только пешеходы, но и водители, не предоставляющие преимущества пешеходам в зоне действия пешеходных переходов. Автандил Рагимов говорит, за рулем автомобиля более 25 лет, но даже обладая таким внушительным стажем, порой бывает невнимательно на дороге, как, к примеру, сегодня. Проезжая мимо пешеходного перехода, человека заметил в последний момент. Сотрудники госавтоинспекции сразу же остановили автолюбителя. Тот свою вину отрицать не стал. Не заметил пешехода. Поздно реагирую на торможение. Ну, уже остановился на зебры. Ну, виноват. Что еще сказать? Поднять и простить. В отношении автандила составили протокол. Штраф ввиду того, что автолюбитель вину признал, выписали минимальный. Инспекторы отмечают, что наезды на пешеходов по-прежнему являются одной из основных причин аварий, а пешеходы – самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Нужно помнить, что автомобиль является повышенным источником опасности. Поэтому, садясь за руль своего транспортного средства, нужно быть особенно внимательным при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу нужно снизить скорость, убедиться в отсутствии пешеходов и только после этого продолжить свое движение. Администрация Самары совместно с сотрудниками госавтоинспекции в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пересмотрели организацию движения на потенциально аварийно-опасных участках автомобильных дорог. На некоторых участках установлены светофоры, специальные ограждения для пешеходов, а также нанесена новая разметка.